некоторые. Но, в общем, мне кажется, что мяч здесь скорее изменил не направление полета, а что ли характеристики этого полета, стал скачущим. Ну, а вот, посмотрите, какой великолепный гол забивает Джонс. Контратака. Контратака. И, опять-таки, забитый из положения, из которого не всякий еще и пробьет. Вот смотрите, здесь уже, в общем, навязал борьбу защитник. Это был Дос Сантос.